Смузи – это густой, вкусный, освежающий, бодрящий напиток из взбитых ягод, фруктов и даже овощей. Мы приготовим клубнично-банановый. Возьмем 2 банана, 8 ягод клубники, 2 столовые ложки овсяных хлопьев, 2-3 столовые ложки натурального йогурта. Также нам понадобится блендер. Банан очищаем и нарезаем произвольными кусочками. Калорийность бананов может сильно варьироваться в зависимости от сорта и спелости. В среднем в 100 граммах банана содержится 89 килокалорий. В сушеных плодах калорийность может быть выше в 5 раз. Кусочки банана помещаем в блендер. Добавляем хлопья и йогурт. Все хорошо взбиваем на высокой скорости до однородного состояния. 7 ягод клубники помещаем в другую чашу и взбиваем отдельно. Клубнику нельзя долго хранить. Держите свежие ягоды в холодильнике 2-3 дня. Не мойте ягоды перед тем, как уберете их на хранение, потому что они выделяют сок и от этого теряют вкус. Красивые бокалы разливаем банановую смесь, а сверху аккуратно наливаем клубничный слой. Украшаем половинками клубники. Это очень вкусно и полезно. И пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.